Борисович Красин, Леонид Борисович, уполномачивается для решения всех вопросов, связанных с предстоящим возобновлением торговых сношений. Он уполномачивается принимать единоличные решения от имени Российской Республики, заключать всякого рода соглашения и договора, какие он найдет нужными и для Российской Республики приемлемыми. Председатель ВЦИК Калинин, секретарь ВЦИК, как видишь, Енукидзе. Вчера на заседании Кабинета министров обсуждался вопрос о враждебных действиях между Россией и Польшей. Председательствовал Ллойд Джордж. В Лондон прибыл для неофициальных переговоров первый представитель советского правительства Красин. В сегодняшнем выпуске «Таймс» энергично протестует против возможного свидания английского премьера и посланца Красной Москвы. Мы не признаем Советы, и нам не о чем разговаривать с их парламентером. Но этот человек нам крайне полезен. Он руководит у них промышленностью и транспортом. И не забывайте всей внешней торговлей. Кем бы он ни был, любой диалог с ним бессмысленен. Ведь диалог с Красиным нас еще ни к чему не обязывает. Но история учит, что глупо отказываться от торговли со страной, даже если ее правительство внушает отвращение. Конечно, Британия торговала и с людоедами в своих колониях. Чего же нам бояться большевиков? Судя по сообщениям прессы, Красин – одна из самых крупных фигур новой России. Он с юных лет примкнул к революции. Красин известен также как блестящий инженер, обладающий замечательными организаторскими способностями. Он один из вдохновителей экономического развития своей страны. Господин Красин прибыл? Да, сэр. Пригласите его. Рад приветствовать вас, господин Красин. Лорд Бонало, Лорд Хорн, Лорд Керзон. Керзон, будьте джентльменом. Нужен ли вам переводчик, господин Красин? Благодарю, я попробую обойтись. Если, конечно, никого не будет шокировать мое произношение. Что вы, что вы. Мы все начинаем понемногу привыкать к русскому акценту. Господин премьер, господа, с точки зрения советского правительства, первый и самый важный вопрос – это вопрос взаимоотношений между нашими странами. Англичане всегда были реалистами в политике. Мы тоже. Не пора ли нам поэтому положить конец состоянию полувойны, полумира? Быть может, но наша добрая воля к миру подвергается сейчас новым тяжким испытаниям. Ваша подрывная пропаганда уже проникла в Индию и Персию. Она проникла даже на Британские острова. Не думаете ли вы, господа, что сам факт существования Советской России тоже можно рассматривать как пропаганду? Однако есть вопрос, который требует немедленного ответа. Ваши войска идут к Варшаве. Правительство Его Величества уполномочило меня заявить: либо Красная Армия прекращает наступление на Западном фронте, либо через 3 дня британский флот войдет в ваши территориальные воды. Вы полагаете, что ультиматумы — это проявление реализма в политике? У нас нет другого выхода. Мне не хотелось вас огорчать, Но это наступление будет продолжено. Врангель также будет отброшен, несмотря на вашу помощь. Мы не несем никакой ответственности за барона Врангеля. Возможно, но почему-то, отступая, он бросил много английских броневиков и английские бронепоезда. Это наши старые поставки Деникину. Они достались Врангелю по наследству. Именно поэтому нам хотелось бы знать, готово ли британское правительство, столь охотно помогавшее белогвардейским генералам, найти более выгодное применение своим капиталам. Желает ли оно стать нашим торговым партнером? Bolshevik really alive Lenin's representative had the private conversation with the English Prime Minister. Mr. Lord George saw him and survived. Survived. Большевик, подлинно живой представитель Ленина, имел личную беседу с английским премьер-министром. Мистер Ллойд Джордж повидал его и остался жив. Премьеру не доверили встречу с Красиным наедине. Его, как дуэньи, сопровождали Бонало, Керзон и Хорн. Да, как дуэньи. Как бы то ни было, первый контакт наконец установлен, а Британская империя не развалилась. Парижская Матен считает, что любые переговоры рано или поздно приведут к признанию Советской России. Ну что ж, логично. Так, пока Ллойд Джордж не найдет в себе мужества проявить собственную политику вопреки злой воле лорда Керзона, шансы на достижение соглашения с Москвой равны нулю. Ну что ж, это совсем трезвое соображение. А что думают в промышленных кругах? Медный король Англии Лесли Уркварт против. Еще бы он был не против. Он потерял в России все свои заводы. А вот лорд Инверфорт высказался в пользу диалога с Россией. Между прочим, англичане говорят, что прыщик на носу Инверфорда стоит дороже, чем весь Лесли Уркварт. Сделаем вот что. Во-первых, срочный разговор с Фритифом Нансеном. Он обещал мне встречу с Ллойд Джорджем с глазу на глаз. Ну, а во-вторых... Инверфорт. И Уркварт. И Уркварт. Забавно. I do not see the point of these debates in your parliament. The talk of our atheism. Я не понимаю, зачем эти дебаты в парламенте, разговоры о нашем безбожии, о дурном характере большевиков. Я не вижу смысла в затяжке переговоров. Ключи, которыми хотели закрыть ворота торговли с нами, давно заржавели. Вы имеете в виду вашу успешную торговлю со Скандинавией? Да. И чехов, а теперь еще итальянцы. И скоро, очевидно, французы. Наше английское самолюбие уязвлено. Уход России с рынков сырья нам тоже не выгоден. Но эти ваши долги, вот проблема. В Лондоне мне попалась на глаза книга Дэвида Кейнса «Экономические последствия мира». Там есть очень любопытные данные. Оказывается, все страны Европы в долгах. Почему же считают, что всем должна только Россия? Но все-таки должна. А вот Кейнс считает, что так называемый русский долг – это просто ростовщические проценты. Все уже 20 раз оплачено. Это смотря как считать. Вот именно. И что нам делать с тысячами семей, лишившихся своих кормильцев? Ведь многие из них убиты английским оружием. Создавшееся положение нас тоже не устраивает. А если ваши финансовые группы объединить в некий синдикат, создать фирму для непосредственных торговых отношений с нами? В этом случае банки могут открыть кредит и тем самым оказать ряд услуг вашей экономике. Но, разумеется, не бескорыстно. Ну что ж, я хотел бы знать ваши условия. Но есть вопрос, без разрешения которого наша торговля с вами будет затруднена. Вы имеете в виду золотую блокаду России? Западные банки принимают русское золото по 77 шиллингов за унцию, в то время как на мировом рынке золото сегодня котируется в 120 шиллингов. Вы правы. Теория особого русского золота сомнительна. Но мы связаны с союзниками политическими обязательствами. А что, если вы примете русское золото, положите его в кладовые своих банков, скажем, на 100 лет, а взамен выдадите английское золото? И тем самым вы хотите снять с повестки дня вопрос особого русского золота? Конечно, через 100 лет не будет ни Керзона, ни Инверфорда, ни меня. И будем надеяться, отношения между нашими странами тоже будут иными. Хотя вы успели обрести точку опоры в финансовых кругах, но все же переговоры висят на волоске. Наступление вашей армии на польском фронте продолжается. Антибританская пропаганда усиливается. Обо всем этом говорится в нашей ноте. Но неофициально могу сообщить. Если ваше правительство отпустит наших военнопленных, смягчит тон своих высказываний в прессе и найдет решение польского вопроса, торговое соглашение станет возможным. Мы ждем ответа через неделю. Этот срок нереален. У меня нет надежной связи с Москвой. Я должен доложить все лично. 7 дней и ни часа больше. Я дал слово в парламенте. Клюет? Кто? Я уважаю ваш престиж, господин премьер, но я уважаю и волю моего правительства. А что если... Вы смогли бы приготовиться к отъезду сегодня же, без всякой огласки? Очевидно. Прекрасно. В таком случае мы предоставим вам быстроходный английский миноносец. Это вас устроит? Благодарю, господин премьер. Мне еще никогда не доводилось пользоваться этим видом транспорта. Тогда я сейчас же свяжусь с военно-морским ведомством. Сообщить, что наша делегация после целого года проволочек подписала в Лондоне торговый договор. Теперь можно сказать со всей определенностью, что золотая блокада Советской России прорвана. Отныне все банки Европы принимают наше золото. Вот почему Владимир Ильич считает, что этот договор будет иметь всемирное историческое значение. Вчера во время беседы Владимир Ильич спросил меня: сумеем ли мы израсходовать наше золото на покупку товаров, действительно нужных и полезных. Я задаю этот вопрос всем вам, самому себе, и прошу высказаться. Михаил Григорьевич, пожалуйста. Две крупные фирмы Франции, Леонид Борисович, предлагают нам грузовики, автомобили, тракторы с условием уплаты 30% стоимости векселями. Общий срок кредита 17 месяцев. Ну, предложение в общем неплохое, но я торгуюсь. Правильно. Дело торговое такое. Дают за 2,5 копейки, сторгуй за копейку 3/4. Все это так. Но ведь кроме нашего наркомата мы к торговле за границей никого не подпускаем, а сами торговать не умеем. На самом деле, какие мы купцы? Недаром нас во всех газетах называют главзапором. Ну что ж, возможно, товарищ Каликов и прав. В том смысле, что наш наркомат работает еще не важно, недостаточно умело. Но насчет главзапора, это уж извините. Но многим, конечно, не нравится, что советское государство одно единолично решает, какие товары оно должно покупать, а какие продавать. Не имея никакого опыта, не имея специалистов, мы начали торговать с величайшими пройдохами мира. И торгуем. И все это потому, что у нас есть надежный щит, наша монополия, которая ограждает нас от надувательства, от потока ненужных товаров. И вот, французская пресса с ликованием сообщает, что монополия внешней торговли ставится под сомнение некоторыми ответственными лицами в Москве. Там прекрасно понимают, что бы означала ее отмена. Ничего не понимаю. Как это могло произойти? Почему отменить монополию внешней торговли? Не знаешь, что ли, Бухарина? Попробуй его переговорить. Едва собрался ЦК, как он в пух и прах разнес твою докладную. Жаль, что ты был в отъезде. Пойми, вместо необходимейших машин к нам с запада хлынут залежалые товары. А мы будем расплачиваться золотом. Что ты меня убеждаешь? Убеди Бухарина, убеди Сокольникова, Каменева. Попробуй, убеди. Что их убеждать? Тут драться надо. Как попасть к Владимиру Ильичу в горки? Ты же знаешь решение Политбюро. Никаких исключений, ни для кого. Ему опять худо. Да и жестоко волновать его сейчас. Ты прав. Нет. Нет. Какой мукой будет для него потом узнать всю правду? Не простит он этого никому. Для врачей это не аргумент. И все-таки есть одна надежда. Только одна. Константиновна, попытайся, прошу. Ну, хорошо, Никитич. Попробую. Да, слышу. Вопрос монополии ночи. Спокойной ночи. Я помню, когда после долгих мытарств, колебаний, волнений, беспокойства, бессонных ночей, наконец, неожиданно пришло письмо от Ленина, горячо ратовавшего за позицию Красина и требовавшего немедленного восстановления монополии внешней торговли. Боюсь точно говорить, но мне кажется, что в эту минуту, когда Красин передавал мне письмо Ленина, рука его слегка дрогнула. Значение этого письма было огромно, так как для пленума ЦК мнение Владимира Ильича Ленина было абсолютно бесспорным и авторитетным. Решение пленума состоялось, и с тех пор монополия внешней торговли существует и благоденствует по сегодняшний день. Представляете, я даже не знал, каким голосом начать. Аудитория огромная. И вдруг вспомнил, как у нас в Сибири вызывает паром с другого берега. Орут благим матом. Ну, я закричал. И говорят, неплохо получилось. Ну, вроде. Да, всего доброго. До свидания. До свидания. Да вот, сражаюсь целый час. С кем же это? Художница какая-то. Так ведь это же не по моему адресу. Это что же, с вами сражается, что ли, простите? Саксония? Нет, наши крепостные мастера. Какая прелесть. Прелесть? Стояла на столе у заведующего клуба Моссельпрома, представляете? А ей цены и нет. Как же вам удалось ее отвоевать? Я очень просто реквизировала, у меня мандат. Ах так, и очень просто, да? Комиссия по охране художественных ценностей Миклашевская Тамара. Я к вам как председателю комиссии. Мы когда-нибудь будем взыскивать за такое? Может быть, им лекцию прочитать? О старинном фарфоре, о живописи вообще. Лекцию? Ну да. Рассказать. Вы ведь, небось, Строгановской кончали, а они... По-моему, нельзя научить сразу понимать искусство. Сейчас его важно сохранить, сберечь. А пропагандировать нужно новое. Это какое же? Маяковский, Мирхольд, наши конструктивисты. Вы смотрели «Лес у Мирхольда»? Увы, должен сознаться, не смотрел. Не смотрели «Лес у Мирхольда»? Я ведь театрал старые закваски. Комиссаржевская, Андреева, Станиславской. Ну что, это все так традиционно, тягуче, сентиментально. А здесь это не спектакль, это какой-то вулкан. Вулкан? Вулкан. А как же бедный Островский? А что Островский? А хотите посмотреть, как играет Островского сегодня? Угу. Я вам кадромарку достану. Спасибо. все эти дни, как сон, горе и скорбь невыразимые. Какое счастье, что я знал его. Сколько раз я ошибался, отчаивался, и сколько раз он помогал мне. Будут другие, но Ленина никогда. Трудно покидать Москву, особенно в эти дни. Но я рад, что меня провожало столько старых друзей, что пришла и ты, Тамара. Как жаль, что мы так о многом не доспорили, о многом не договорили. Ох, как жаль. Москвы прибыл в Париж. На Северном вокзале официальная церемония встречи была нарушена небывалым нашествием публики. Толпы рабочих с энтузиазмом приветствовали красного дипломата. Сегодня у нас радостный день. Мы с гордостью видим, как здесь, в центре Старого Парижа, поднимается алый стяг. Под красным знаменем боролись парижские коммунары. Под этим знаменем сражались и, умирая на Красной Пресне, под красным знаменем победил Октябрь. И ныне это знамя – символ нового мира. Я рад видеть в этом доме первых гостей. Наши двери всегда будут широко раскрыты для тех, кто хочет познать мою страну, кто хочет жить с нами в добром соседстве. Ваше здоровье. Прошу прощения. Леонид Борисович, это мистер Барух. Ну, вы, конечно, слышали, это очень известный финансист, крупный финансист из Штатов. Вас не смущает, что вы говорите с послом несуществующего для Америки государства? Нет, для меня Россия была и останется реальностью. Политики могут капризничать, но я говорю прямо. Я заинтересован в деловом сотрудничестве. Я готов обсудить ваше предложение в любое время. Если, разумеется, они столь же реалистичны, как и ваши взгляды. Я хорошо помню вас по переговорам в Генуе и Гааге, и вашу первую миссию в Лондоне, и вашу дуэль с Ллойд Джорджем. Вы были достойные партнеры. Увы, нынешний премьер Чемберлен не Ллойд Джордж, Он груб и прямолинеен. Разве английский парламент не может научить своего премьера лучшим манерам? Стоит ли? Он ведь тоже ненадолго. У меня возникла одна идея. Что если объединить усилия не только английских, но и французских акционеров для восстановления экономики России? Как вы думаете, есть шанс на серьезный разговор с Москвой? Идея эта не так уж нова. Все зависит от проекта. Если в нем должным образом будут учтены наши интересы, я готов вам помочь. Вы начинаете привыкать к Парижу? Да, и к вашему климату. Он так изменчив. Боюсь, что к вашему климату мне будет приспособиться еще труднее. Забудем, однако, что вы посол России в Париже, а я посол Франции в Москве. Avec plaisir. Мне бы хотелось предупредить вас. Говорят, вы бываете на заседаниях руководства французской компартии. Вступаете с ними в прямой контакт. Это раздражает некоторые круги в нашей стране. Мне прекрасно известен, господин Эрберт, статус дипломатического представителя. Я знаю, что я могу и чего не могу себе позволить. Если же агенты доносят такую чушь, их надо гнать. Они ни к черту не годятся. Внешне все благопристойно, но правительственная чехарда очень затрудняет работу. С часу на час находимся в ожидании смены кабинета Эрио. Министерство в агонии. Ни по какому делу ничего нельзя добиться. Все думают на тему «быть» и «не быть». А когда в доме пожар, то о цвете обоев мало разговаривают. В кресло премьера сядет, вероятно, Пенлеви. А если министром иностранных дел будет Бриан, то с ним ухо надо держать остро. Каждый полувершковый сдвиг требует терпения и настойчивости. Леонид Борисович, на нас большой спрос. Немцы, финны, шведы. Его превосходительство с супругой. А не пора ли вам семью привезти, Леонид Борисович? Дочери едут. А Любовь Васильевна, как вам сказать, мы ведь давно врозь. Я в России, она в Швеции. Да не в этом только дело. Просто все эти годы она была так далека и от меня, и от того, чем я жил. Совсем чужие. А детей вот хочется видеть. Очень. Мне с вами пойти? Или вы один, Леонид Борисович? Да, лучше один. Так, пожалуй, будет удобнее. Для первого знакомства. Простите, господин Онегин, что потревожил вас. Я по рекомендации Горького. Как вас величать, сударь? Леонид Борисович. Прошу. Какая радость встретиться с Пушкиным здесь, так далеко. Это вся моя жизнь. Покорно прошу. И скажу сразу, Онегином назван не случайно. Это прозвище получил еще в гимназии за верность ему. Вы давно в Париже? Уже не сосчитаешь, около полувека. И тоже ради него. Все это собиралось по листочку, по крохам, рассеянной по всей Европе. И то, что не уберегли наследники. Вот, извольте взглянуть. Да, вы любите Пушкина? Люблю. Сейчас я вам покажу. Я вам покажу сокровища всей моей жизни. Сын поэта Жуковского, Павел Васильевич. Павел завещал мне в знак нашей дружбы. Это оригинал. Вы знаете, иногда, когда я смотрю на эти строчки, мне кажется, что это не просто стихи, что я читаю мысли, чувствую его. Вы взгляните, взгляните, как идет перо. Это тоже оригинал. Помните? Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. Что с вами, голубчик? Не укорлили нам, русским, что все это оказалось на чужбине? Что прикажете делать, сударь мой? Я и собирал все это по листочку. И хранил как Плюшкин, чтобы вернуть это великое наследие людям. Кому это теперь нужно? Церкви разрушены, имения разорены. Кому теперь дело до Пушкина? Ведь вы давно не были на родине, Александр Федорович. Подумайте, впервые сели за парты миллионы ребят в городах и в селах, и в Михайловском, и в Егорском. Разве им не нужен Пушкин? Разве можно отнять Пушкина у России? Сударь мой, я завещал все это Российской Академии Наук. Ну что же теперь, если царского посла, господина Извольского, и след простыл давным-давно? Кому все это теперь нужно? Виноват. Годы уже не те. И кто теперь возьмется за это дело, сударь? Ну, если позволите, я. И просить, что не представился сразу. Красин, полпред Советского Союза. Вскоре сотни бесценных рукописей и книг вернулись на родину, в Пушкинский дом. Такова была последняя воля Отто Онегина. А мы опять врозь. Так хочется слышать тебя, видеть, хотя бы издалека. В Москву до Нового года мне не вырваться, Тамарушка. Обидно. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Я русский. Ах, русский? Да. Мне нужен Красин. Вам нужен Красин? Да. К сожалению, я должен перед вами очень извиниться. Он занят. Все равно. Мне нужен Красин. Я же сказал, что он занят. Я вас слушаю. Речь идет о судьбе России. История поставила нас перед выбором. Интернационал или Родина? Диктатура пролетариата или свобода? Так что вам угодно? Мне угодно сказать вам, что если с головы Бориса Викторовича Савинкова, вероломно захваченными агентами ЧК, упадет хотя бы один волос, мы объявим вам беспощадный террор. Ну, по правде сказать, на голове у вашего Бориса Викторовича уже давно не осталось никаких волос. Я не отвечаю на оскорбление. Вы растоптали нашу веру, но не лишили совести. Еще бы. Удар в спину в революции в Ярославле, мятеж в Москве, бандитские рейды в Белоруссии. И ведь это вы с вашим Савинком брались убить Ленина. Так где же ваши идейные принципы, господа социал-революционеры? И смею заверить, Савинков ответит за свои преступления сполна. Имейте мужество признать свое поражение. Живо! Как я вас ненавижу! Отпустите его. Как ненавижу. Что случилось? Ничего особенного. Ничего? Один навязчивый посетитель. А вообще, что с тобой, папа? Как быстро пролетели дни в Москве. Но, кажется, впервые я смолодушничал. Я не смог тебе сказать то, что был обязан. Я болен, Тамарушка. Это очень противная болезнь. Злокачественное малокровие. Леонид Борисович, вот это получено перед самым отъездом. Очки куда-то запропастились. Прочтите, пожалуйста. Многоуважаемый Леонид Борисович, радостно приветствую ваше новое назначение полпредом в Англию. В Лондоне вы сломали больше всего копий в нашей борьбе. Для СССР обстановка в данный момент крайне тяжела, но старые лондонские связи и симпатии к вам до некоторой степени облегчат вашу работу. Не торопитесь брать на себя слишком тяжелые задачи. Не истощайте силы, которые должны еще восстановиться. Буду по-прежнему с величайшим интересом и товарищеским вниманием следить за вашей деятельностью. С коммунистическим приветом, Чичерин. Утомляемость увеличилась, но я по-прежнему весь в работе. это лучший способ не думать о том, что может случиться. Донорами я обеспечен. И дочь Люба, и врач, и французские товарищи узнали откуда-то, приходили. Человек я не сентиментальный, но такое трогает. Все думаю о тебе, мой верный, последний друг. Письма, адресованные моей матери, она хранила всю свою жизнь, как самое дорогое. Их было очень много написано за последние годы его жизни. И написаны они в самых разных обстоятельствах. И в вагоне поезда, и в самолете, и в коротких перерывах между заседаниями и дипломатическими встречами. Но все они для меня являются самым богатым источником знакомства с отцом. Больше, чем книги, написанные о нем, больше, чем рассказы его друзей и сотрудников, потому что в них неисчерпаемо богат его духовный мир, его чувства к близкому человеку, его мысли о завтрашнем дне страны, его юмор в описании встреч с дипломатами западных стран. И в последних из них его безграничное мужество и стойкость в преодолении той страшной болезни, о которой он знал и с которой так умел бороться. Что вы думаете о возможности нового разрыва между Лондоном и Москвой? Думаю, что это не явилось бы актом государственной мудрости. Почему Москва все время провоцирует Запад? Видеть во всем руку Москвы скверная привычка. Она быстро притупляет интеллект. Спасибо за урок русского юмора. Это английский юмор. Так пишет ваш Daily Express. Вы верите в скорую революцию на Западе? Я верю в ее конечную неизбежность. Господин Красин, говорят, вы больны? Почему так непрочно здоровье большевистских лидеров? Наш вождь Ленин незадолго до смерти сказал, какой же из нас дурак доживет до 60 лет. Это очень горькая шутка, но что поделаешь. Такая у нас была жизнь, такая борьба. Что касается лично меня, то мне уже 56. Их поносит вся пресса. Улюлюкает обыватель, а не бастует. Да? Ходите. Подумать только, 600 тысяч горняков голодают, лезают в долги, но не сдаются. Леонид Борисович? Да. Ваш запрос о помощи горнякам подготовлен, но... А что вас смущает? Не сочтут ли это англичане за вмешательство и нарушение дипломатического статуса? В данном случае статус дипломата ни при чем. Мы не можем стоять в стороне, не имеем права, не так ли? Вы что, не согласны? С точки зрения политики, да, вы правы, это безусловно. Но нам самим так всего не хватает, Леонид Борисович. Дипломатия не бухгалтерия. Копейничать в политике – это риск потерять то, что уже не приобретешь ни за какие деньги. Задумываемся ли мы над высоким смыслом слов «пролетарская солидарность» и лозунги хороши только для праздников? Передайте немедленно в Москву. Мы просим наши профсоюзы организовать широкие сборы пожертвований бастующим углекопам Британии. В 1941 году, когда фашисты рвались к Москве, Первый взнос в фонд сражающегося советского народа был сделан в Англии профсоюзами горняков, забастовщиками 26-го года. Сейчас попадет. Да, пожалуй. Ничего, ничего, не беспокойтесь, Машенька. Пойду встречу. Доброе утро, господин посол. А почему же вы опять встали? Хотите нарушить наше соглашение? Достаточно, что вы в дипломатии всем навязываете свои ходы. Дорогой лорд Даусон, признайте хоть раз, что вы просто испытываете ко мне классовую неприязнь. Зачем вы, личный врач английского короля, взялись меня лечить? Исключительно в порядке научного эксперимента. Ведь среди моих пациентов еще не было ни одного большевика. Так. Опять проверяли у себя количество кровяных шариков. Что, никому не доверяете? Нет, нет. Я просто сам привык составлять бюллетени о своем здоровье. Дисциплинирует. Ну и что же вы сегодня напишите в своем бюллетене? Никаких перемен к лучшему. Между нами говорю. А нельзя ли нам чаю, Машенька? Хорошо. Между нами говоря, количество кровяных шариков действительно резко падает. Надо полагать, ваши визиты на этом кончаются. Почему же вы так решили? Вы на днях провели консилиум и уже отправили в Москву заключение. Откуда вам это известно? Это тайна бывшего конспиратора. Меня сейчас интересует только одно. Я понимаю, вы не можете ответить точно. Ну, хотя бы приблизительно. Доктор, пожалуйста. Я должен знать, что у меня в запасе. Дни, недели. Я полагаю, вы можете рассчитывать на максимум. Значит, недели. Еще нового в Москве. Рассказывай, рассказывай. Впрочем, много горестного. Знаю. Вот. Дзержинского не стало. подумать, пройти через такое, погибнуть под колесами автомобиля. Хотел я написать о них. Ну, что нового здесь? С англичанами? Пока без большого успеха. Впрочем, я сумел убедить их, что Советский Союз – это отнюдь не миф. Как-никак. 9 лет существуем. Да, 9. Уже 9. А 10 октября. Вы встретите без меня. У меня просьба, Евгеньевич. Возьмешь ту папку? Да ты все знаешь. Там письма для Тамары. Посылай их потом. Постепенно. Будто я все еще с ней. Другие письма самым близким. Луначарскому, Крыжановскому, Енукидзе. А статью о Владимире Ильиче в «Правду». До свидания, Никитич. Что внизу, Маша? Готовится к октябрьскому вечеру? Да. Попросить играть потише? Нет, нет. Наоборот. Приоткройте дверь. Вот. И вторую, пожалуйста.